В МВД взяли на контроль расследование по вырубке яблоневого сада в горах Алматы. Начато досудебное расследование. Полицейские ищут правонарушителей. Напомню, инцидент с уничтожением зеленых насаждений в предгорьях Заилийского Алатау вызвал бурю негодования пользователей интернета. Выяснилось, что редкий вид апорта и яблок сорта кандиль многие годы выращивала супружеская пара. Высота некоторых 50-летних деревьев достигала 12 метров. Безжалостно вырубленный сад располагался на территории фермерского хозяйства, которое пустовало на протяжении года. Вырванные с корнем яблони обнаружили сами владельцы фазенды. В рамках производства осуществляется ряд необходимых процессуальных действий. Назначены экспертные исследования для установления ущерба как для окружающей среды, так и для потерпевшей стороны. Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у руководства Министерства внутренних дел, Департамента полиции города Алматы, а также специализированной природоохранной прокуратуры Алматы.